пансионат. Мы поднялись. На тропе с ней случились в крепости. В русском монастырю Новоафонском. Видали, да, что это его была мечта здесь побывать, поставить свечи. Вот мы его мечту исполняем. Ну и как бы смотрим достопримечательности Нового Афона. Земли, на которой мы дошли. А я сегодня звезда экрана. А это, я так понимаю, остатки крепости, вала земляной, это самое, камень, который был отрастал, да, вот эти? То, что люди придумали, но я с уважением отношусь к тому, что я поэтому один ухожу. Даже еще не женщин нет, потому что там что мы нашли? Женщины недостойны жить в таком прекрасном, красивом месте. Виталий, а вон там написано, да, класс? Потом пойдем на водопад. Вот это то, так и было. Они должны быть закрыты. Поэтому попросили одеть. И увидели. Духом один.
это тоже достаточно интересно. Разбитые окна, стены. Ну, не стены, а... Это кто?
надо было в Турхон и Ласки приходить. Я могу поставить просто. Сколько, Виталий, просто сколько свечей? Ну, три, четыре, три.